проходил мимо и нашел самую дешевую заправку бензина в городе. Я теперь отсюда не вылезу, Антон. Каска, которую мы одеваем. А здесь, уважаемые подписчики, я вижу бассейн. Чем больше площадь двухкомнатной квартиры, тем меньше цена за квадрат. Уважаемые подписчики, всем добрый день. Мы находимся на жилом комплексе «Южный 2» от строительной компании «Славянский дом». Я уже снимал подробные обзоры по данному комплексу, и сегодня хочу рассказать о ценах на квартиры, почем можно купить, почем продать, и о том, что на первой очереди данного комплекса уже работает приемная комиссия, и скоро все будет введено в эксплуатацию. Пойдемте смотреть. Напомню об отличительных особенностях данного комплекса. 4 этажа, индивидуальное газовое отопление, монолит-кирпич, расстояние до моря 400 метров, огромная придомовая территория, двор без машин, предчистовая отделка и очень качественная работа строителей. Как вы видите, застройщикам уже закончено благоустройство, есть линии разметки, большая парковка, на которой мы сейчас находимся, коммерческие помещения, где-то будет Магнит, Пятерочка, аптека. В общем, все, что нужно для комфортной жизни, здесь уже есть. Обратите внимание на эту большую, просто огромную парковочную территорию. При том, что в комплексе всего 4 этажа. Сейчас мы находимся внутри придомовой территории первой очереди комплекса. Здесь планируется застройщикам двор без машин, но наши люди, возможно, все-таки будут ставить машины во дворе. Это уже зависит от жильцов. Заходим на детскую площадку. Здесь прорезинено, все хорошо, комфортно, качественно, мне нравится. Я бы сам поиграл здесь в футбол или в баскетбол. В моем детстве, к сожалению, такой спортивной площадки, такой резины не было. Проходил мимо и нашел самую дешевую заправку бензина в городе. Литр 95-го здесь стоит 32 рубля 10 копеек. ЖК «Южный 2», территория низких цен. Детская площадка тоже хорошего качества. Вашим детям будет чем заняться, прорезинена, зона песочная, машинка. И сейчас попробую качельку, выдержит ли она мой вес. Хотя у меня не такой большой вес, как у нашего оператора, но тем не менее, это лаунж-зона для ваших детей. Почти, ух ты! Я теперь отсюда не вылезу, Антон. Снимай! Вот, не надо такие шутки шутить. Выдержала? Да, все в порядке. Для безопасности детей на детской площадке застройщик сделал вот такое бетонное ограждение. Детишки не выбегут на проезжую часть внутри придомовой территории. Для подъема колясок при входе в каждый подъезд предусмотрен вот такой подъемный механизм. Детали по внутренней отделке квартир мы рассматривали в предыдущих выпусках. Кому интересно, можете посмотреть. А для похода на вторую очередь комплекса нам понадобится каска, которую мы одеваем и идем на вторую очередь. Для удобства жильцов во второй очереди комплекса на первом этаже также будут коммерческие помещения, которые в будущем превратятся в магазины, аптеки и все, что нужно для комфортного проживания. Вторая очередь комплекса, 18, 19 и 20 корпуса, 4 этажа монолита уже готовы. В этих корпусах, как вы видите, кладка кирпича полностью закончена. А вот здесь, кстати, что у нас здесь? А здесь, уважаемые подписчики, я вижу бассейн, в котором могут спокойно разместиться 2 человека. Шутка. Это просто водоем для строительной нужды. Теперь по стоимости квартир. В первой очереди комплекса там осталось не более 5 квартир, и они все стоят порядка 66 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Во второй очереди, вот здесь, где мы с вами сейчас находимся, минимальная цена за квадрат составляет 58 тысяч рублей. Самая
низкая по стоимости однокомнатная квартира площадью 46 квадратов стоит 2 миллиона 683 тысячи рублей. Вот такая планировка. На втором этаже однокомнатная квартира площадью 44 квадрата стоит уже 66 тысяч рублей. И общая стоимость квартиры выходит 2 миллиона 927 тысяч рублей. Двухкомнатные квартиры на сегодня начинаются по стоимости от 3 миллионов 591 тысячи рублей. Это на первом этаже. Площадь квартиры будет 61 квадратный метр. Вот такая планировка. А со второго по четвертый этаж цена за квадрат составляет 62-66 тысяч рублей. Чем больше площадь двухкомнатной квартиры, тем меньше цена за квадрат. То есть площадь 72 квадратных метра стоит 62 тысячи рублей вот такой планировки. И общая стоимость составляет 4 миллиона 485 тысяч рублей. А маленькие квартиры площадью 61 квадрат стоят 66 тысяч рублей. И общая стоимость выходит 4 миллиона 53 тысячи рублей за вот такую планировку. Трехкомнатные квартиры площадью 84 квадратных метра стоят 5 миллионов 235 тысяч рублей. Это реальные цены на сегодняшний день в этом жилом комплексе, в этой очереди сдачи. Напоминаю, что на первой очереди комплекса сейчас работает приемная комиссия администрации, и до сдачи остается месяц, максимум полтора. Важный момент, что во второй очереди, окончание строительства которое запланировано на середину следующего года, еще есть свободные квартиры. Их не 5, а гораздо больше. Цены вы знаете, информацию знаете. Ждем вас в самом солнечном городе России для того, чтобы купить жилье на расстоянии 400 метров от берега Черного моря. Пока! Забыл добавить, регистрационная палата, МФЦ и кадастровая палата работают, сделки с недвижимостью регистрируются, а от заявки до одобрения ипотеки в нашей компании проходит не более 24 часов. Поэтому звоните, пишите, мы на связи постоянно.